Всем привет. Все, всем отправила. Кто не зайдет, тот лох. Все, посмотрим, кто лох. Ой, тогда я не зайду. А у меня, знаете, какая беда? Ну, Федя уже в курсе, я проебал свой тот любимый грузовик. Где? В смысле, в игре? Да, в игре. Я не знаю, где он, блядь. Так найдем давай. У Влада в игре ты его проебал? Я не знаю даже, где я его проебал. Я играл один пару раз. У меня его нигде нет. А ты, нет, а ты когда после Влада заходил, его уже не было? Я вот точно не помню. Я не брала. А тут и не возьмешь просто так. Угу. Ну, типа, похуй, как бы он недорогой, я еще один куплю, но просто, блядь, куда он, сука, делся? Испарился. Чудеса. Может, на какой-то карте стоит? Да, вот мне кажется, надо посмотреть. А я вот все проверил, все обшарил, и нихуя. Но ты же у Влада не мог обшарить? О, вот он, да, он здесь, блядь. Вот. Почему он здесь? Он а где ты обычно... его нашел? Он в гараже стоит у Влада, блядь. У меня? Где? Ну, типа вот в игровой сессии, в сетевой. А почему? В моем гараже не только мои грузовики. Да, блядь. Так, а что мы будем делать? Я ничего не пиздила, а ты еще подумаешь, что... Да никто ничего не... Нет, он просто сохранился... Любит пиздить грузовики, конечно. Он просто сохранился в этом гараже. Раньше просто когда из кооператива выходишь, сразу все на стоянку сохранялось и ничего нигде не терялось. Вот. Понятно. Что мы, контракты выполняем или на следующую карту поедем? Кто? Где полиция? Какой полиция? Я тут ни при чем. Бля, давайте вот это, оставить на ферму Black River кирпичи, доски, металлбалки. А обратно, что ли, ехать? Ну, Black River на ферму. Я карту. Уже забыла, что мы сделали. Так. Я в гараж. Ну нахуй. Все еще арестуют. Так, давайте посмотрим. Ваша жопа арестована. А давайте, может, контракты дальше продолжим. Я бы вот с натуре контракты тоже лучше бы поездил. Ну контракты, а я про что говорю? Убираем, да, контракты, я про это говорю. Вот надо сначала доставку в порт выполнить, а потом убираем хлам. Откройте. Что предлагал? Убираем хлам, заблокировано создателем. Потому что там надо доставку в порт сначала выполнить, чтобы убираем хлам открылся. Я ничего не блокировал. Доставку в порт выполняем, я на себя беру эту ответственность. Давай, буровое оборудование. Ну пиздуй. Бурилка. А что нужно брать? Дышло, хуишло какое-то? Высокое, маленькое, большое? Ой, буровое, возьми низкое седло. По-моему, низкое седло. Ага, то есть такого у меня на машине нет, надо брать другую машину, я понял. Че вы тут ко мне присоединились? Блять, а мы же, по-моему, что-то уже возили. Буровой какой-то набор, я не помню, ну, просто да, там... Да, 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 буровой, там... по-моему, по-моему, это большой ящик, типа... Мы нет, буровой оборудование одно, а там это... Что-то хуйня, вышки, типа, отвозили мусор или что-то такое, короче. Ну там, по-моему, это контейнер морской. Ну да, а сейчас именно нужно другое. Ничего не понимаю. Какое другое, блядь? Ну совсем другое. А мы можем заняться тогда Husky Forward, или как она называется? No. Forwarding. Сырой урожай. Fortnite. Так-то да. Давайте доту. Доставить на ферму Black River. А мне что? Тоже? Кирпичи, деревянные доски и металлические балки. Мне что-то из этого тоже, да? Надо понять, в чем везти кирпичи, блядь. Деревянные доски. Кирпичи, один... Обезьяна, чи-чи-чи, воробьи. Понятно. Кирпичи. С вами невозможно работать, блядь. За веревку дернула и нечаянно пернула. Ясно. Короче, одна единица кирпичей занимает один слот в кузове. То бишь, кузов на два слота, типа, вполне достаточно. Доски занимают, одна упаковка досок занимает два слота, то есть целый кузов. То есть на деревянной доске нужен кузов и прицеп, желательно. Или два человека, да? Короче, я беру на себя кирпич. Вот. Ты, Влад, тогда бери металлические балки, а я с прицепом покатаюсь. Ну ладно.
Хорошо. Так, так Влада так. Взять его должна, да, я так понимаю, или что? Да, взять его да. должна этот. Отслеживаюсь. Активируй сырой урожай. Принять. Так. Что принять? Ну, я приняла. Сырой так. урожай. А теперь как надо... надо следить. Посмотреть, знаете, что на той карте есть ли эти грузы, чтобы, блядь, не везти их, хуй знает откуда. Да, все, на... да я вот прям на этой карте, я поехал сразу за кирпичами. А, да, все есть. А нам какую карту надо? Мы же прям на этой карте затариваемся. Ну, на Black River это все есть. А, мы на дамбе. И кирпичи, и деревянные доски. А деревянные доски мы... Подождите, нам куда? Нам на блоке. Возьмите мой контракт, чтобы я его взял-то, ёпт. В смысле, что? Влада, активируем его контракт. Дайсон Дизель. Принять его? Доставить в порт. Я приняла. Ой, спасибо. Пожалуйста. А в Black River через просто жми кнопку. Black River это... Ну, на кнопку и храни нас Господь. А, вот, рядышком здесь прям. Да, рядышком. Так. Нам сначала на Black River ехать надо, да? И там потом да. покупаем? Да. Так, строю маршрут. А вы можете просто туда телепортнуться? А тут, если те... Ну, кстати, кто везет эти? Слушай, Колян, если ты кирпичи повезешь, то тебе в натуре лучше телепортироваться в гараж. Ну, потому да, что от гаража тут тачку недалеко. Тачку на стоянку ехать. Поставь. Только короче, тачку так. не забудь на стоянку поставить. Угу. Ой, я лучше сейчас это заново поеду. Эвакуляция. Эвакуляция? А! Так. Что случилось? Эвакуляция. Да. А тебе, Влада, лучше ехать ну, по дорогам. Без телепортации. Ну, этот самый... Потому что тебе тут все по пути будет. И мне тоже. Ну, типа я сейчас прям на этот еду, да? Да, просто езжай на Black River, тут как раз через город, в городе возьмешь металлические балки и поедешь на ферму. Подожди. Ой, всем задание раздавай. Да, я весь этот путь проехал без полного привода, какой я сексуальный мужчина. Я сейчас мужчина. Еду сразу на Black River или тут покупаю балки на Black, складе? На Black River лучше. И а тут на складе есть они? Тут склад в жопе какой-то. Ну, да, Женя в будущем у нас будет работать логистом, короче, я понял. В жопе не надо, да. Там тебе по пути металлические балки. А, ну все, я прямо. Просто смотрел там как. Ну вот я посмотрел, чтобы всем раздать. Ты уверен, что мне низкое дышло все нужно, а не высокое? А, там, по-моему, на этот... как его зовут? На это буровое оборудование, контейнер, на него... обычный полуприцеп, и он не тяжелый. Он легкий, поэтому низкое дышло. Ладно. А дышло, оно дышит? Дышло. Дышло от слова сидеть. А, ну похоже, да. Как скучно. Совсем одинаково. Как скучно. Че скучно? Ты про что? Просто. Я знаю. Я думал, где-то флешбэкнуло. Кому скучно? Дышло там. Дышло, на нахуй! Дышло всем, кто Лимп Бизкит не любит. Ну? И Влад такая... Да за что? Влада любит Лимп Бизкит, да, Влада? Да. Я не хочу в Дышло. Не уверенно было. Влада, не надо так делать. Ты любишь Лимп Бизкит. Вот так вот. А, блядь, Оль, я знак люблю вам не нужен. Приезжай ко мне. Я знаю. Вдышло хочешь? Не, хочу не вдышло. А в чём хочешь? Ну вы там потом разберётесь. Там мы потом поговорим. Ну ладно. Эх, люблю... Это тогда не милф, это дилф. Что за дилф? Коля дилфа. Ладно, хоть не дилда. И герандазил. Какой кринж. Так. Я туда еду, туда. А хули вы ёбываетесь? Ладно, не будем. Так, я беру металлические балки. О, та же. Мне на городском складе же, да, их надо брать? А... Ой, какая знакомая карта.
А, вот тут гараж точно. Это первая карта, нет? Да, по-моему. Ой, так. Надо маршрут и сижу. Маршрут построить. А, блядь. Ну все. Не-не-не, тут быстренько. Оп, оп. Все закончили, Влада. Маршрут построим. Да-да-да. Все, я уже еду, я. Ой, ой, тяжело аж было, ёпта, мать, аж дух перевело. Что это? Ебануто. Пересадили сердце. Меня такими, блядь, дорогами дурку переведут рано или поздно. Алло, дурка. Врача, позовите врача. А я тут видел какой-то видос по SnowRunner, там, короче, чувак гонял в какой-то русской деревне. Там все в говне было, короче, грузовики утопленные по ноздри в лес. Типикал русской деревни. Интересно, это у нас тут тоже будет? Да, да. Ой, блядь, это Таймэр. Да. Че это? Таймэр. А, карта. Это Таймэр как раз? Да. Но нет, ну, это или Таймэр, или Дон, но Дон у нас не куплен. Дон? Рон Дон. Мне кажется, это Дон. Тот самый Дон? Это прям про далеко, говорит один человек. А это как будто бы вот где-то у нас тут на Волге прям. Так, блядь. Гойда! Гойда. Всё, вдышло можно получить. Фу-фу-фу. Ох уж это дышло. Ой! А, привет! Готово принять. Простите, я как раз в карту зашла. А это будет что дудит? Бля, если там не то седло, пешком на работу пойдешь завтра. А я позвоню, скажу, что у меня машину угнали, блядь. Опа! Опа! Так и дела. И скажу, куда он двигается и где может быть. Бля, сука, подмазан со всех сторон. Ладно, я твою собаку выебу. Что? Она умерла. Бля. Кого? Я прослушала. Точно. Не поняла кого, но ладно, не буду спрашивать. Так, и где здесь забирать? В порту нахуй! А там нету дороги, ёбаный в рот. А как туда добираться? Там нету дороги. Как это нет? Это SnowRunner. Там как мне? И задания нету. Ёбану. Еще не все вышки открыты. Или все. Ой, пизда, ой, куда я нахуй заехал? Я сейчас открою тогда. Все, я открыла вам дорогу. Это просто пиздец. По встречке еду. Это просто. А кто мне что сделает? Хочу, еду по встречке. Как вам такое? 3600 и 5600. И сейчас сзади. Уиу! Уиу! Нет, я на другой машине. Ай. Слушай, а на этой карте, Жень, нету заправки? Есть. На острове Драмонт или где ты находишься? Ну, где я нахожусь? Подожди секунду, ой. Порт. На острове Драмонт есть заправка. Все, можете ездить спокойно. Ай! Я вам все дороги открыла. Так, подождите. О. Чё? Я что-то не туда поехала. Мне назад. Все, я везу кирпичи. Да, ты прям вообще не туда поехал. Да, что-то я. Я вез пустой кузов, но походу скоро будут кирпичи такими темпами. Ты боишься? Чи-чи-чи. Так, этот знак вам тоже нахуй нужен. Да это сложное задание вы мне дали, я вам так скажу. Ты сам его взял, нет? А, блядь. Так, ну да, кстати. Ух, что это вы мне поручите это мне. Поручите это мне, сказал Фёдор. А что, прицеп надо было взять, вы хотите сказать? А что, ты не взял прицеп? А нахуй нужен? Нахуй нужен нам ваш этот прицеп? Ёбсан, бру... Там же где-то там есть, есть нескромный прицеп с рампой. Тебе хватит. А обычного двухместного хватит? Не уверен. Ладно, похуй, разберемся. Там же в задании все написано, ёпта, должно быть. Так, мне сюда... Во! Тут что ли музыка играет? На теплоходе. А, блядь, сюда!
Пить надо! Ёбаный в рот, я не туда поехал, блять! Это Лась, просто какой-то бинго пиздец. Снова. Кто спросит, на какую кнопку дудеть? На какую кнопку дудеть? Помню, на Г. На Г. Так, а мне сюда? Эвакуация. Ехал, так. Блядь, нахуй ехал. Исторические балки. Да, ехал, блядь. Всё, я их загрузил. Ёбан-бабан, бля. Бан-бабан. На островное озеро. Блять, на островное озеро нужно заброшенный бур, блять. Так. Буровое оборудование сколько весит, блять? Сколько килограмм нахуй? Мне опять нос чешется, пиздец. На ферму. А, вот сюда. А, ну тут недалеко. 4 места оно занимает. То есть это огромный надо, как в прошлый раз. То есть большое дышло надо. Почему большое? Ну, седло. Потому что теперь низкое седло надо. Зачем? Ну, в смысле, нет, нужно большое, потому что не на низкое седло нет таких прицепов. Почему нету? Сейчас посмотрим, может, есть. Полуприцеп обычный. Да нет, полуприцеп недостаточно, там 2 места. Полуприцеп, не прицеп, а полуприцеп, блять. Фура без тента. Прицеп такой, двухосный, у которого сзади колесики. Чё говорю? Да я понял, блять, ща полуприцеп. Блять, где сейчас он нахуй? Брусал, блять, нискарам, блять. Нихуя непонятно, очень интересно. Нет, а где нискарамный дес? Ступенчатый пол. Да не то, нахуй. Нет. А не продается такой. Как так-то? Потому что въебывается. Много тебе не продают. Полуприцеп платформа есть. Полуприцеп платформа. Да. Просто полуприцепа нету. Бортовой полуприцеп, посмотри. Бортовой прицеп есть? Нет. Бортовой... О, нашел. Ну, а, ну о, да, подходит, все. Блядь, ну все. Ну и все. Блядь, а я купил на... Че ты? Прицеп купил, а оказывается не надо было. Так а на карте же там у нас дохуя этих полуприцепов было уже. А, обнаружил новый прицеп, это кто обнаружил? Это я. А, да, вижу. Все, я поехал-то носить блин-блин-бум. Чё? Олимпийский? Расправа. Я тоже олимпийский послушаю. Сука, магерит. Так у тебя всегда олимпийский слышится. Простите. Ничего не могу. На первый раз. Just one more fight. Опять олимпийский слышится. Blaming history. Блядь, а чё началось? Я один ничего не слышу. Опять он. Деда опять приступ. Шприц срочно. Антидот. Нет, вот именно. Антибискит. Антибискит. Я не слышу хруста бискит. Ладно, хоть ты не это самое, не играешь в лимбискит. Я привез кирпичи. Красава. Бля, была бы игра лимбискит. Так есть такая. Да, что там делать надо? Лимбискит делать? Ну, как тебе сказать? Играли лимбискит. Ну в смысле, есть же такая. Ну Федор говорит, была бы игра. Ну, может, тебе бы и понравилось. Мне? Да. А что там делать надо? Лимбискит чичать? Ну да. Или роллинг. Не-не-не. Лучше тебе не знать. Если ты не знаешь, то лучше не знать. Ой, здрасте. Если ты знаешь, то ты живешь. Не врежьтесь мне, пожалуйста. Сама у меня не влезешься. И в этом я не уверена. Я потерял. А, нет, нашел. Если я переверну, то я ебал ту маму рот нахуй. Выходит из гаража Корсар. Только сейчас? Блять. Он уже все сделал, что надо было. Ну я заново, конечно. Скрипишь? Кто скрипит? А, ты. Чё? Стулом скрипит. А, ну да. У меня это скрипит.
Я следующий зарплату за новым креслом, наверное, поеду. Везет. Или тачку восстанавливать, хуй знает, что выбрать. Въебался! Женек, что выбрать? Кресло или резину? Резину. На тачку резину нужно? Там не дорого. Резину. Резинка просто самое дорогое, что надо на тачку. Ладно. Когда у тебя Жигули, это самая лучшая контрацепция. По-моему, ну ладно. Чё, в смысле? Так тоже приедешь. Ну да, бля, тут... Длинной дорогой поехал. Кто? Я? Да я. Ладно. Да вы-то хуй там, блядь, не знамо где. Ты-то особенно. Да, ну блин, так, что я? Так, дядя, не выёбайся. Это путь для одарённых. Я с этой длинной хуёвиной еду-еду, блядь, оно не едется. Ну ты уж не преувеличил. А я налево, блядь, или направо? Подождите. Конечно. Не туда, вот сюда надо. А ты дорогу ты нашел, куда тебе надо доехать? Это вопрос приоритетов. Мне? Дорогу? Тебе? Ты говорил, дороги что... нет. Я не знаю, что это за слово. Да там другое надо уже. А там нужно надо? Оттуда забрать и до ту другую карту привезти. Как-то разом все. Бля, кайф у меня рисование там... привезти. Ебашь там просто. Путь нахуй. Просто ебанешься, я тебе так скажу. И я здесь не проеду, я тебе отвечаю. Блять, я долбоёб на... Нахуй я этот прицеп себе везу. Я его брошу прямо здесь, блядь. Слишком вот ты разогнался до резвания. Слишком резвишься, да? Резванное — это что-то на дотерском. Нееет. Роза Ивановна. Я починил. Роза Ивановна. Бля, когда будет персонаж Доти Роза Ивановна, надо, очень надо. Роза Ивановна? Зачем? Ну, кстати, там обещали новых персонажей. Да? Я все жду. Но Роза Ивановна не обе... Я не туда поехал! Да, блядь, дебил нахуй. Это он еще это всем на стриме показывает, как он тупит, пиздец. А я даже не знаю, что меня сбивать, наши виды, блядь. Засмотрюсь, наши разговоры, блядь. Все, пизда рулю нахуй, мимо, пипа, блядь. Пипа, такая пипа. Когда в пипу, кстати? Ну, сегодня про пипу вспоминали на работе. Погнали пипу. Погнали. Погнали в пипу, короче, когда пойдем в пипу, я куплю с меня пивная тарелка большая. Нихуя! Там... Давайте завтра едем. Лучше пивную, блядь, башню, не знаю, что. Пивная тарелка. Не, пивная башня дешевле, чем пивная тарелка, она 1800 стоит. Что-то звучит как-то по-богатому, блять. Когда мы в пипу? Я хочу в пипу. Напиться в пипу. Мы за весь вечер так ее не доели вдвоем, кстати, всю эту тарелку. Да это меня с вами не было. Вы, блядь, спортсмены, атлеты, нахуй. И меня тоже. Так, я при. А, мы все выполнили. Надо две, да? Да-да-да. Ну, короче, все, давайте в пипу, да. Когда вернусь с командировки. А, ты что, уезжаешь? Ну, давайте в пипу. Так, а что дальше делать? Я привезла. Эть, привези мне что-нибудь из командировки. Обязательно! Скажи что-нибудь на командировочном. О, клиент! Сутошные дали, нахуй. Здравствуйте, не хотите купить нашего пластика тольяттинского? Я вот никогда не была в командировке. Ты идешь продавать пластики тольяттинского? Да. Вот ты рассказал, ты вот на тебе. Да, блядь, там такая история, я ебал. Понятно. Точно в командировку едешь? Да, там опять это самое... Приедет в командировку, но сегодня ты спишь со мной. Да, это... да. Это мем. Не Ванга, не Ванга. Это мем еще давнишний, кстати. Еще с Майей, мем среди наших друзей. Да, это не первый, кому я так сказал. Не первый? Не первый! У меня вопросы. Опа! Дела. Так, Федор, я тебя боюсь. И опасаюсь. Не боись, ты лучше. Что? Поспи со мной.
Я тоже буду не первый, видимо. Так что я лучше опасаюсь. Я у тебя не первый? Блять. Дела. Этот разговор зашел слишком далеко. Первый был Женя, понятное дело. Женя. Коляна? Так, блядь, в смысле Коляна? А? Мы с Женей, друзья. Ну так это... Коль, помнишь свой первый минет? Нет, блядь, не помню. Такого не было. Очень жаль. Очень жаль, да. Того же болезную. Тебя. Меня? В смысле? Да ладно, у вас свои ценности. Ну, не буду в них лезть. У тебя ни одного минета не было, это как вообще? Блять, ну... Ну, снимай футболку. Что, ты закашлялся, что так? Сигарету покурил. Да-да-да. Лишнего. Так. Ох уж эти сигареты, да? Сигары так. Не пробовал? Минеты. Я задаю вопросы. Что монеты? Делать? Минеты. Всем пока.